Дорогие друзья, я, директор Московской школы 1998 Лукоморье Ольга Белоусова, принимаю эстафету от директора школы 438 и поздравляю сегодня выпускников столичных школ. Вы – уникальный выпуск. Ваш выход во взрослую жизнь состоялся в год, когда Россия стала центром чемпионата мира по футболу. Я желаю вам, чтобы вчерашняя уверенная победа российской сборной стала добрым знаком на вашем жизненном пути. Поздравляю вас и передаю эстафету директору школы 1623 Екатерине Юшковой.